Ульяновский филиал «Энергосбыт Плюс» подвел итоги конкурса «Лучшая управляющая компания», «Лучшее товарищество собственников жилья». Победителями стали ЖСК «Буревестник» и ТСЖ «Симбирский новый дом», которые были выбраны случайным образом из числа заявившихся участников, главным призом для которых стал сертификат на благоустройство придомовой территории. Конкурс на самом деле у нас уже ежегодный, и многие о нем и знают. Основная задача – подготовка к отопительному сезону. Отопительный сезон уже начался, хотя погода вроде бы позволяет еще расслабиться, но на самом деле уже все жилые дома города Ульяновска включены. И как раз ровно об этом мы и просили управляющей компании ТСЖ города рассказать, показать и сделать ряд действий, по которым мы как раз и оценили их готовность вхождения в отопительный сезон. В ежегодном конкурсе претендентами на звание «Лучшее УК, лучшее ТСЖ» стали 17 клиентов «Энергосбыт Плюс». Комиссия из представителей энергокомпании анализировала претендентов на соответствие конкурсным критериям. Среди них – наличие действующего договора на оказание коммунальных услуг, наличие установленных общедомовых приборов учета, высокий уровень оснащенности индивидуальными приборами коммерческого учета, не менее 90%, своевременная подача показаний приборов учета. А главное – отсутствие просроченной задолженности перед ресурсоснабжением организации. Все заявившиеся участники проявили себя как ответственные исполнители коммунальных услуг и набрали одинаковое количество баллов. Особо была отмечена управляющая компания «Аквамарин», единственная управляющая компания, попавшая в число претендентов на победу. А управляющая компания «Аквамарин» – молодая компания. Нам всего год в этом году было. И мы первый раз принимаем участие в данной акции. Очень рады тому, что мы стали участниками. В приятной и дружной обстановке директор филиала и все конкурсанты, помимо подведения итогов конкурса, обсудили ряд актуальных вопросов. Среди тем – прохождение осенне-зимнего периода, незаконное присоединение лоджии многоквартирных домов и дебиторская задолженность юридических лиц. Ульяновский филиал «Энергосбыт Плюс» планирует и дальше поощрять добросовестных партнеров, призывая участвовать в розыгрышах. Ведь такая работа в целях поддержки и благодарности за сотрудничество – главный принцип доверительных отношений. Новости Улправда ТВ.